Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, фьюзинг камма. Добро пожаловать на сегодняшний мой кето-обед. Вчера у меня была как бы углеводная загрузка. Ну, как бы, в смысле, она действительно была. В обед все было съето, все по программе, по заявленному, по видео, так сказать. Все в этой самой пропорции, непонятно какой, которая соответствует углеводной загрузке. Но с учетом того, что съето вчера было, в общем-то, это и все, что и было на обед. То есть ужина у меня вчера не было, пока я решала все свои проблемы и дела. И в итоге оказалось, что уже часам к 10 вечера, как у меня по обыкновению и происходит на кето-питании уже многократно раз проверено, то если где-то я до 9 часов, скажем так, по каким-то любым причинам не успела поесть, то после 9 часов у меня аппетит полностью выключается. И я просто как будто бы, ну, то есть мне становится все равно, что ела, что не ела, как говорится. Наверное, какие-то процессы кетоза включаются в печени или еще что-то. Но явно это как-то связано. Но при этом все вот... И сегодня, кстати, еще вот сейчас я снимаю это видео. Это даже фактически, ну, почти на час позже, чем я обычно обедаю. То есть еще плюс час. Короче, получается, выходит, что уже чисто математически я больше суток не ела. И абсолютно нормально, вы знаете, вот даже сейчас это совершенно адекватное, скажем так, состояние. По состоянию здоровья тоже вот голос гундит. Опустилась явно у меня моя простуда в бронхи. То есть у меня там еще в такой в легкой форме опять же происходит бронхит, которого у меня не было более чем 3,5 года. Ну вот, сама вот наделала делов, как говорится. Ну вот, не стоило делать мне того, что я сделала, почему я простыла. Ну хотя, может быть, еще какие-то факторы на это повлияли. Вот, но сейчас уже состояние такое, как самочувствие, оно уже нормальное. То есть вот голова не гудит, и как бы горло тем более не болит. Кашля нет, потому что я там все это легко бромгексином, как говорится, купирую все это дело. Ну, в общем, такое состояние сносное, больше просто вот именно что голос, скорее всего, пострадал, ларингит. И периодически временами пропадает обоняние. Но это у меня абсолютно рядовое явление в таких случаях. Вот, ну и что, собственно, на моем обеде сегодня? Сегодня у меня капустно-помидорный зеленый салат с зелени, короче. И сейчас я получила вот это самое, два масла. Таких растительных новых, ну, в смысле, одно новое. И сейчас я заправляю салат этим смесью этого масла. Но я так подумала и решила, что скорее правильнее будет, если я буду две ложки вот этого нового масла и одну ложку рыжикового масла, потому что в нем, в рыжиковом масле, ну, при всем, при том, что второе очень-очень вкусное, в рыжиковом масле омега-3, там вот прям самое оно. Ой, прошу прощения. Ну и вот у меня сегодня остатки. Вернее, нет, у меня там, по-моему, еще одна порция. Короче, вот это оладьи баклажановые, которые вообще реально как мясо по вкусу. Как будто я мясную котлетку ем. И я нашла, о чудо, сегодня в холодильнике вот такую замечательную, абсолютно офигенную рыбу. Это копченая рыба. И, скорее всего, это сом копченый, то есть там, то есть фактически это рыбная колбаса, то есть там костей нет вообще. Я попробовала, причем оно очень даже хорошо посолено, в плане того, что далеко и не пересолено, такого приятного соленого вкуса. И в итоге я аж целых 100 грамм вот этого чистого копченого сама себе сюда нарисовала сама. Вот, ну и десерт у меня 20 грамм грецких орехов и сегодня 1 кубик шоколадов. В итоге получилось прям-таки почти что ровно 700 килокалорий, потому что один прием пищи у меня сейчас 700 килокалорий. Ну, вчера он тоже как бы, да, был 700 килокалорий, но в итоге эти 700 килокалорий остались. Как сегодня пойдет, не знаю. И, кстати, я по техническим причинам не смогла сегодня взвеситься. Сейчас уже это делать бессмысленно, потому что все равно что-то было съедено, выпито и так далее. Вот, ну а так, я надеюсь, сегодня будет все-таки 1000,
700 килокалорий за день, как и положено. Ой, я что я вру-то? Нет, один прием пищи у меня 800, 1700, если за день получается, один прием пищи 800 плюс 100 килокалорий завтрак. Завтрак был как положено, 100 килокалорий, как всегда. Вот. Ну, в общем, короче, не знаю. Углеводная загрузка у меня никак ни на весах, ничего, никогда не отражалась никаким образом. И вот даже и ни на аппетит, ни на веса, в общем, короче. А одна порция плова так и осталась в зачете. Кето рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах. Не забудьте, еще у меня есть телеграм-канал и второй мистик-магический канал. Ссылки есть в описании на канале и в описании под видео. Поэтому всем, всем welcome!